Ну что, друзья, всем привет, с вами Эмиль Иманов. Я сидел, думал, что можно такого снять, сложненького, несложненького, но подумал, что можно просто повеселиться, прикольно провести время, вечер. Попробуй не засмеяться, челлендж. Это супер древний, это один, наверное, из первых челленджей, существовавших на Ютубе вообще. Ржал до слез. Ржал до слез, 20 минут приколов и интересных видео. Попробуй не засмеяться. Я честно не смотрел, просто первые видосы самых свежих, которые я включил. Наша задача максимально простая, я думаю, объяснять вам особо нет смысла. Набираем в рот воду побольше, чтобы на тебя выплюнуть. Да, и чтобы любой там возможный смех уже... Над нами будут очки. Кто больше раз смеется, тот и проиграл. Получается так. Вот. Приятного просмотра. Пишите, как вам. Может, на периодически что-то такое снимать. Вот этот формат суперстарый и, возможно, уже кому-то неинтересный. Но почему бы нет? Буду звать, возможно, гостей. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И погнали. Чем больше слюни, чем больше держишь, чем больше слюни накапливается. Приятно вам подопить. Выпив одно пиво, ты не алкоголик. Сыграв один раз в футбол, ты не футболист. Получив один раз пятерку в школе, ты не отличник. Но стоит один раз зайти в доту, ты уже... All right, here we go. One, two, three. Thank you.
Кстати, а у вас есть тестовая беременность? Дайте же свой второй. Ну, чтоб одну полоску показал. Ёбаный Яндекс на рингатах, сука. Сказал, через резинки нихуя нету. Где, блядь, копейка? Сколько должна зарабатывать девушка, чтобы ты с ней встречался? $1,000,000 А когда миллион-то пошла на... Кто такой Наполеон? Это торт. Никогда, слышите, никогда не стирайте себе подушку с наполнителем гречки. Посмотрите на это. Посмотрите на эту красоту, как я это сейчас чистила. Сейчас на 4-м месяце беременности, и это самое большое испытание для нас, для наших двухмесячных отношений. Я общался с ее братом, он врач-гинеколог, и он говорит, что мои сперматозоиды, они очень гиперактивные, поэтому один месяц он считается как за два. Злологу даже. Ой, мама. Казалось бы, добавить просто пик на кошачий мяу. Можно прокладывать. Не люблю. Ну и Ну что, друзья, такой на скорую руку видосик, ничего страшного, я думаю, на следующий раз мы подготовимся намного лучше, строго не судите, ну, вроде пару забавных моментов было, я сырой насквозь, вот. Не забываем лайк, подписочку на канал, спасибо маме, спасибо Але, до новых встреч. Пока-пока.